Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Появление собаки в доме – радостный момент для любого хозяина. Однако для лающего новая обстановка – это всегда большой стресс. В этом выпуске мы расскажем вам, как подготовить дом к появлению собаки и сделать его максимально комфортным для животного. Чтобы собака чувствовала себя комфортно в вашем доме, ее нужно обеспечить всеми необходимыми ей удобствами. Также важно сделать дом максимально безопасным для питомца. О чем еще нельзя забывать при подготовке дома для лающего друга? Мы подробно изучили эту тему и готовы представить вам пошаговую инструкцию, как подготовить дом к появлению собаки. Сделайте дом безопасным для собаки. Лающие друзья обычно бывают очень любопытны, оказавшись в новой для них обстановке. Однако в доме их может подстерегать множество опасностей. Прежде всего, ограничьте доступ собаки к проводам, электроприборам, мелким острым предметам, медикаментам. Также обязательно закройте доступ к крутым лестницам и открытым балконам. При изучении новой обстановки собака может упасть с высоты и нанести себе тем самым большой вред. Позаботьтесь о вашей мебели и ценных вещах. Желание грызть естественно для собаки, особенно для молодой. У щенков в возрасте 3-7 месяцев молочные зубы меняются на постоянные, из-за чего начинают чесаться десны. И иногда питомцы чешут их о деревянные поверхности в доме. Чтобы не дать щенку возможность испортить мебель, последнюю нужно обработать специальным спреем-антигрызином, который отпугнет собаку. Также важно спрятать от питомца обувь. Обустройте место для питомца в доме. Купите собаке удобную лежанку. Разместите ее в спокойном, тихом месте, где нет сквозняков. Помните, собакам очень важно иметь свое отдельное пространство для отдыха и сна. Собаке должно быть удобно и комфортно в новом доме, поэтому важно, чтобы у нее было все необходимое. Приобретите миски для воды и еды и определите для них отдельное место. Также не забудьте про игрушки и аптечку для питомца. Теперь вы знаете, как подготовить ваш дом к появлению собаки. Следуйте нашей видеоинструкции, и тогда ваш дом будет максимально комфортным для вашего нового лающего друга. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!